Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Новости экономики на 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. Налог на имущество, исчисленный от кадастровой стоимости, кировчане заплатят в 2017 году. При этом, как считает министр финансов Кировской области Елена Ковалева, в большинстве случаев налог на имущество физлиц не увеличится, а даже несколько снизится. Налоговый кодекс предусматривает применение различных вычетов, льгот и понижающих коэффициентов. Если же кадастровая стоимость будет выше инвентаризационной, законодательством предусмотрен переходный период. Суть его заключается в поэтапном увеличении налога в течение 5 лет по 20%. Добавлю, расчет налога на основе кадастровой стоимости имущества вводится с 1 января 2016 года. Это значит, что уведомления собственники имущества получат только в 2017 году. Программа «Экономика». Вятская торгово-промышленная палата займется поиском резидентов для промпарков. Это предусмотрено соглашением, которое организация заключила с Корпорацией развития Кировской области. В частности, будет вестись работа по развитию парковочных зон, работа с частными инвесторами, в том числе иностранными, содействие в привлечении инвестиций. Экономика на 101FM. Начинающие предприниматели будут бороться за миллион. В области дан старт образовательному проекту «Идея на миллион». С 3 октября по субботам во Дворце молодежи будут проходить образовательные мероприятия для молодых людей, желающих открыть собственное дело. Тренерами проекта станут федеральные эксперты, сообщили в правительстве области. Завершится проект защиты бизнес-планов перед компетентным экспертным советом в конце ноября. Лучшие из них получат поддержку в рамках программы «Ты предприниматель». На эти цели правительство потратит почти 3 миллиона рублей. Экономика. Курс валют на сегодня по данным Центробанка. Доллар 65 рублей 73 копейки, евро 73 рубля 77 копеек. На этом все. В студии работала Дарья Пузлиева. Программа «Экономика» на 101FM.